Ребята, я вас сейчас загипнотизирую. Подпишитесь на мой канал. Всем привет! Вы на канале Супер Софи! Теперь мы будем открывать посылки с сайта Ньючик. Ньючик. А кто досмотрит видео до конца, тот узнает, что у нее с бровями. Че? Первый товарчик. Это фонарики. София, давай откроем, покажем. Это фонарики для праздника. О, пенопласт. Хэллоуин. Это пенопласт, чтобы так потом пугать из-за угла. Крыса, типа. Смотри, какая прелесть. Смотри, они какая светятся. Эти фонарики будут отлично смотреться где-нибудь на полочке или на столе. Эти свечки безопасные, они без огня, работают на батарейках. Этот товар мне очень понравился. Поставлю их пока на полочку на день. Та-дам! Ой, статистка! Она очень круто смотрится. Это такой, знаете, мини-робот кота-версия. Мы сейчас посмотрим, что за шнурочек у нас тут в коробочке. Смотрите, в коробочке идет такая мини-отверточка, как, знаете, типа для гномов. Типа, это, наверное, отвертку смурфики забыли. Нет, эти фиксики забыли отвертку. А мне кажется, наверное, это для Барби. Ну что, включаем котика в сеть, да? Ребята, не смотрим. Включаем? Главное не смотреть ему в лицо, а то вы превратитесь в вампира, понятно? Фу, мне это не грозит. Можно вот так, как я, им играть, управлять рукой. А здесь можно выбирать разные режимы, то есть против часовой, по часовой стрелке. И, да что греха, я тебе уже сама хочу поиграть в эту лазерную штучку. Если котика ловить будет наш новый котик. К этой игрушке есть лягушка. Ой, нет, подушка. Ой, нет, подружка. Кажется, что там обычный мячик. Ух ты! Ну что, я не ставлю? Ты вот стрелочки, наверное, что это мячик. Ой, зарядка тоже. Ого, какой классный. Здесь есть две кисточки на выбор. Какую захочешь. А здесь есть пушистик, можно выбрать, или волосастика. А главное, они все с звоночком. И крепятся они на магнитик. Я выбрала пушистика. Сейчас я прикреплю его. Надеюсь, котик ваш будет с удовольствием играть в эти игрушки. Стоп, а давайте зрителям покажем, как вот эта штучка будет смотреться на нем. Ой. Ребята, голосуйте. Какая игрушка вам больше всего понравится? Какой миленький, милый котик. Или вот этот бешеный шарик. Пишите свое мнение в моем инстаграме. Вот здесь появится название моего инстаграма. Вот здесь. Ты вот подпишись и напиши, что ты думаешь об этих игрушках. А еще их можно использовать, как будто это мои сережки. Ребят, у меня здесь еще есть один товар. Но мне кажется, он очень странный. Вы сразу не догадаетесь, что это такое. Это я как думаю, что это? Нет, нет, я сейчас снежка позову. Снежок! Быстро, однако. Хорошенький мальчик. Посмотри, что это. Смотрите, какой красивый снежок. Снежок, ты тыковка. Его теперь зовут не Снежок, это тыковка. Посмотрите, какой он милый. Так. Снежок к Хэллоуину готов. Мы заказали еще пару вещей, но мне кажется, что это подойдет больше для кота.
Посмотрите, какие милые штучки. Киса ко мне, мачо. Мачо волосеет на глазах. У нас есть еще одна шапочка. Давайте ее тоже примерим. О май гад. Здесь даже есть вырез для дырочек. Посмотрите, какой вырез. Несмотря на то, что мачо, кажется, не нравится эта шапка, она мне очень идет. Правда, Снежок? Да, так как мачо у нас авторитетный парень, он выглядит немного смешно в этой шапке и простовато. Мы дополним его образ более ярким аксессуаром. Посмотрите, что мы заказали еще. Угадайте, что это? Это крылья летучей мышки. Посмотрите, какая прелесть. На все товары ссылочку я оставлю внизу. Открывайте описание, читайте. Нажмете на ссылочку, попадете прямо в магазин. Когда я эти крылья увидела, я просто не смогла пройти мимо. Смотрите, он даже разлетит. Вы знаете, что София у нас очень крутой. На ее канале уже более 2 миллионов подписчиков. Но я хочу вам сказать и заметить, что пес у Супер Софи далеко не простой. Он тоже супер пес. Который будет сам снимать свою жизнь на камеру GoPro благодаря этому устройству. Вот так выглядит супер пес. Посмотрите, какой на нем отличный кронштейн для камеры GoPro. Здесь есть 2 крепления, одно для спины, другое для груди. Это мы пока не цепляли. Я вам покажу, как это все выглядит на спине. Окей. И крепите ее. И ваш обычный пес превращается в супер пса, у которого личный блог и который снимает все на камеру GoPro. Ему чего-то не хватает, мне кажется. Чтобы он выглядел очень круто. Ему нужно добавить еще один аксессуар, который мы купили на сайте NewChip. Осталась еще одна очень крутая штучка. Серёг, ты можешь идти снимать свой блог. Как я угадаю, что это? София, мне... Нет, София, мне кажется, у тебя этого не хватает. Ну, она угадала! Это мозги! А точнее, это очень крутая форма для выпекания или для... Желе для льда, которое вы можете приготовить, подойдет на праздник Хэллоуина, или вы можете приготовить и подарить на день рождения тому, кто в этом больше всех нуждается. Клевая вещица, правда? Прихожу такая в гости, а там у меня на тарелке мозги лежат. Алло, это, да, зомби звоню. Ты вчера забыл здесь мозги. Забирай. Мы купили на сайте NewChip! Подпишись обязательно на мой канал Супер Софи. Поставь пальчик вверх и подпишись на мой паблик в Инстаграм. Поставь пальчик, ты будешь зайчик. Ссылки на все эти товары я оставлю в описании. Описание открывает. Нажимаем на ссылочку. Попадаем прямо в магазин. А по моему промокоду ты получишь скидку. Кстати, промокод тоже внизу. Подпишись на мой Инстаграм и на мой канал. Пока-пока!